Самый лучший подарок на Новый год себе, близким, даже незнакомым людям, всем животным, природе – это безусловная доброта, которая наполняет не только тебя и того, в чью сторону направлен поток доброты, но и даже тех, кто наблюдает за этим. Исцеляется душа в этот момент, наполняется светом и добром, внутренним состоянием. Пример. Выходя из кафе, я увидела, как один из механиков Формулы-1, а у них очень жесткий график по времени, он заметил котенка, который прятался под тентом. Он подошел к нему, сел рядом, ласково начал поглаживать. В этот момент он обратился на открытую веранду и попросил еды для него. И он сидел рядом с котенком, заботливо укрывая его, пока тот ел. Котенок счастливо терся, поднимал хвост дыбом благодаря ему. Наблюдая за этим, я светилась, улыбалась и не могла отвести глаз. Вот она, безусловная доброта. Она согреет и согревает мое сердце до сих пор и сейчас. Я уверена, что, слушая эту историю, вы ощутили тоже внутри себя тепло и легкую улыбку. Такие люди, как этот механик, это пример и источник света, который зажигает и увеличивает в сердцах других людей своим примером желание дарить добро, быть светом, быть тем человеком, который создает добро даже там, где нет добра. Даже если люди в его сторону не проявляют добра. Как-то на днях я гуляла и думала об этом, и поняла, что я просто обязана этими мыслями с вами поделиться, и чтобы это стало именно тем поздравлением, которое самое главное, которое я хочу вам передать, чем я хочу вас наполнить, просто чтобы вы подумали об этом.